начни с себя. Хорошие и громкие слова. И даже если ты захотел перемен, без поддержки людей вокруг сделать это бывает непросто. В нашем небольшом рабочем поселке давно не было изменений. Серые бетонные дома ветшают, жизнь такая, что из дома на работу, потом домой. Возможности реализовать себя и свои идеи в спорте, бизнесе, общественной деятельности не так много. И местным, особенно молодым, все меньше хочется оставаться здесь или возвращаться после учебы, строить свое будущее и вкладывать силы. Но мы решили, это можно изменить. Может показаться, что некрасивый подъезд или темная остановка волнуют только тебя, и ничего нельзя сделать, но это далеко не так. Сегодня мы расскажем о людях, которые с поддержкой соседей и предприятия, объединив семьи и друзей, смогли изменить родной поселок за год. Сделать поселок комфортнее, перспективнее и интереснее для жизни. Мы поговорили с участниками программы «Многовершинный. Решаем проблемы совместно». Узнали об их проектах, о том, что они уже сделали и что еще предстоит. Вопрос в том, что мы живем на ограниченной территории с ограниченными трудовыми ресурсами. Поэтому на всех предприятиях поселка есть большая нужда в кадрах. А дети, которые заканчивают школу, они ищут те профессии, чтобы как бы уехать отсюда и устроиться на работу где-нибудь в большом городе. Здесь мало шансов у них раскрытия своего потенциала, скажем так. В городе действительно больше возможностей, чем здесь. Но я люблю свой поселок. Я всегда говорю всем, с кем общаюсь, что у нашего поселка есть душа. Люди у нас живут разные. И по вопросу религии разные, по вопросу национальности тоже разные. Плюс кто есть постоянные, кто вахтовые сотрудники, то есть приезжие, уезжие. Много из вахтового персонала у нас остаются здесь. Здесь заработок у нас хороший. У нас хорошая природа, хорошие условия, в принципе, для жизни. Можно есть что улучшать, это несомненно. У нас есть к чему стремиться, есть что улучшить. Ну, людям здесь нравится. У нас здесь по вопросу природы у нас все в шаговой доступности, можно сказать. Руку вытянуть и все есть. Природа у нас шикарная, замечательная, и у нас есть что посмотреть. Зимой у нас очень много снега, прекрасные склоны для фрирайда, для горных лыж, для сноубордов. А летом это, конечно, Охотское море, которое тоже стоит посмотреть. Надо раз приехать и посмотреть на него обязательно. Вот смотрите, орлан парит. Ох, красавец какой, прямо планер. В прошлом году осенью, в сентябре месяце, провели некую стартовую там стратегическую сессию, как можно улучшить жизнь населения и вовлечь, главное, вовлечь жителей поселка в реализацию этих проектов. Чтобы люди сюда переезжали семьями, надо как-то благоустраивать поселок. И руководители региона привезли людей, которые занимались уже этим, да, чтобы они нас научили это делать. Для того, чтобы это было не только все за счет компании, да, но и сами жители, их расшевелить, чтобы они были активны и в том числе могли что-то делать для себя, для своих семей, для своих детей. И здесь жить и работать, потому что очень многие люди устают от этой инфраструктуры. И даже если им нравятся условия и сама компания, они все равно уезжают. Уезжают из-за качества образования, из-за медицинских услуг. Развитие инфраструктуры, дорог, парков, тротуаров. Если люди сюда приезжают, ну, постоянно, они заводят семьи, привозят семьи. И многие не привозят семьи, потому что нет инфраструктуры. Какой-то минимальный даже. То есть если поселок, если предприятие будет развивать, чтобы люди вечером могли выйти прогуляться, не только там сидеть по квартирам, да, это даст определенный толчок. Люди устали, небольшую апатию поймали, ну, мало изменений здесь проходило. С запуском этой программы, ну, настроение меняется. Это очень интересно, это поучительно, и это опыт, который можно перенимать другим, в других поселениях. Может быть, это для больших городов и распространенное, но вот у нас здесь, в таких небольших населенных пунктах, это впервые. Им, конечно, было очень сложно, потому что они нас весь год пихали, заставляли. Думайте, делайте. И вот они сразу нас настроили как бы на то, что, ребята,
готовьтесь к тому, что вам надо очень много себя вкладывать. И где-то какие-то барьеры вот эти вот преодолевать. Поэтому за поддержку, конечно, вообще я вот Лене своей благодарна очень сильно, по Зюре. Потому что она и ночью, и днем, и через мое вот такое вот, о боже, сейчас мы будем, она сейчас опять меня будет спрашивать, а я опять, мне на работу столько работы, это же еще работа, это же еще жизнь, это еще дети эти студенты, которые подводят с трудной минуты. По первости, конечно, было очень сложно, да, скажем, как бы в самом проекте, пока этот проект реализовался, пока этот проект закрылся, скажем, да, как бы морально. Не то чтобы там физически, а именно морально тяжело было. Потому что еще есть как бы своя основная работа, да, помимо этого проекта. Без труда не вынешь и рыбку из пруда, да, как бы. Если бы как бы не начали бы этот проект, то ничего у нас и не было бы. По первости, да, была истерика, были там прям мандраж, но ничего. Сейчас очень хорошо. Самое главное начать. Диванных критиков у нас достаточно очень много. А чтобы начать что-то делать, по свое время даже я сомневалась, надо ли в это ввязываться, много себя настраивала на данные мероприятия, потому что, ну, как бы я не являюсь здесь местным жителем, да, мотивация у меня была настолько посредственная. Но потом я начала думать о том, что, ну, здесь нам еще жить несколько лет, в любом случае, да, мне здесь ребенку заканчивать школу, так как он у меня уже старшеклассник. Поэтому в любом случае... Критиковать дома, лежа на диване, это легко. Попробуйте сделать это сами. Ну, на самом деле, самое главное и самое трудное изменение, которое там хотелось бы, чтобы произошло, это изменение в головах, там, да, чтобы люди изменили свое сознание и свой подход к жизни на этой территории. Да. Все-таки значительная часть тех, кто проживает, все равно живет в ощущении, что рано или поздно мы все отсюда уедем. Там, да? Но пока ты живешь на какой-то территории, там, имеет смысл наводить в ней, на ней порядок, делать ее лучше, удобнее, комфортнее там, и так далее. Вот самая главная проблема. Да? Кто-то смотрит скептически, кто-то с какой-то опаской смотрит. Что у вас там, ребята? Мы тут все временно живем. Что вот это вот, для кого оно надо? Мнение, скажем, что ну, это нереально. То есть некоторые люди с осторожностью, но мы верили. Сейчас я ну, просто и слышу, и понимаю, что люди даже удивлены несколько. Да? То есть они видят, что да, пусть немного пока, пусть это некие там еще только там, точки, по большому счету, но что-то уже начало меняться. Многие проекты реализовались руками и силами самих жителей. С конца 2018 года работаю на АО «Многовершина». Вот, ну и уже как бы являюсь местным жителем, грубо говоря, данного поселка. Вот, и душа болит как бы за состояние его, ну и, собственно, за, вот, за внедрение социальных проектов, ну, как бы проникся этой темой. И один из вопросов был, что вы можете сделать сами, ну, да, вот, как бы, что вы сделаете сами, чтобы сделать лучше. Вот, и я заинтересовался своим подъездом, потому что я прихожу домой, прихожу с ребенком после гулянки, там, и жена приходит. И приходим мы в такой как бы мрачный подъезд, где я проживаю. Дома, допустим, все хорошо, а в подъезде все обшоркано, наплевано, мусор этот, который мы выносим сами. Вот. Ну и, соответственно, я подумал, если я сделаю подъезд, на меня это повлияет. И как бы люди, которые, может быть, возьмут пример, я не знаю, посмотрят, что что-то делается, движется. Ну, мы пошли уже во второй волне. Я услышала, что Павел Юрченко делает свой проект. Ну и захотелось как-то тоже не отстать. Сложно сникнуть. Вот именно в начале. Ну, потому что как это делается, это первый раз, это еще сложность была с компьютером, я не такой специалист. Это все реально, это все работает, это здорово. У нас даже ходят на экскурсии, ходят и смотрят наш подъезд. Говорят, а это везде так будут делать? А мы говорим, нет, вступайте в проект. С автобусом мне пришла идея. Просто у меня трое детей. Старший занимается в ДШИ, средний занимается в театральном отделении, а сын младший ходит на боевое самбо. У нас очень много в поселке талантливых детей. У меня есть машина, вот она стоит. Я могу своих детей куда угодно возить. Но мне бы хотелось, чтобы остальные дети с поселки могли это также развиваться. Только 3-4 человека, которых можно увезти. А остальные остаются. И я видел вот эти большие слезы, когда они плачут. Они бы тоже хотели бы, но их не взяли. Мне просто не то, что жалко, но я понимаю, что это ситуация такая.
потому что преподаватели не могут всех брать. И я думаю, нужно сделать, что-то придумать, чтобы не видеть этого всего. Эти слез, вот эти разочарования, обиды. Вот. Да, сил действительно было потрачено очень много, и времени. Даже пришлось брать отпуск, чтобы реализовать, потому что, ну, если заниматься только выходные и в то время, когда вне работы, это довольно-таки объемное. Сама идея вообще возникла, вот у меня конкретно, у меня двое детей, пацанов, и они спортсмены. И, ну, не хватает, конечно, вот этого вот всего мне, как родителю, видеть, чтобы они где-то вышли там, допустим, занимались спортом, ничего не жалко, потому что результат, как видно, он оправдал все. И мы очень гордимся и довольны тем, что мы сделали. Будущее есть. Будущее есть. У нас и горы есть, и леса, и озера, и база горнолыжная. То есть, продумав возможность развития дальнейшее, она существует. Наша гора имеет большую историю. Более 30 лет уже катаются здесь у нас дети и взрослые. 4 года назад у нас сломался большой подъемник. Мы, конечно, очень переживали эту историю. Также у нас и с ротраком были неполадки. Ну и как бы очень печально мы в последнее время тренировались. В этом году мы немножко продвинулись вперед. И мы защитили проект по развитию горнолыжного комплекса на будущее. И в проект вошли у нас в этом году ремонт горнолыжного подъемника, строительство. Хочется на будущее, чтобы мы дальше продолжали, чтобы мы все-таки построили наш комплекс именно и с гостиницами. Есть моменты сложности, но преодолеваем. Идем. Думаю, что нету проектов неважных. Они, каждый из них внес свою лепту в изменение лица нашего поселка, в изменение настроения, в будущее. Визуально, да, видно, как изменился наш поселок. Уж мне, как старожилу, тем более это видно. Кроме того, что мы реализовывали конкретные проекты, мы еще старались отладить технологию, скажем так, организационную технологию поддержки этих проектов. То есть мы стремились к тому, чтобы человек знал, куда ему прийти со своей инициативой, знал, кто ему поможет, что надо сделать для того, чтобы получить эту помощь. У нас есть конкретное там лицо, человек, там, да, в чьи должностные обязанности входит вот курирование вот этих всех инициатив, этих проектов, да, который отвечает за то, чтобы уж если человек с инициативой к нам пришел и попал в нашу систему, чтобы он сопровождался. Его там, его вопросы, его проблемы, чтобы он имел возможность их решать с нами вместе. У нас есть прекрасное сообщество «Уютный дом». И все проектанты, все знают, куда обратиться и за помощью, и чем помочь. То есть у нас поселок маленький, у нас все знают, куда обратиться. Главное, чтобы были силы и желание помочь кому-то. Мы черпаем силы от природы. Однозначно от природы, от нашего... Мы здесь вот чувствуем себя уже, я не знаю, аборигенами. У людей так и так падают силы все-таки по ходу реализации проекта. Но происходит такой всплыв этих сил, когда он уже завершается. Так что у них еще запасом будет даже к реализации следующих проектов на 2021 год, которые мы ожидаем. Поэтому и хочется привлечь нынешних участников к расширению следующих проектов. Потому что сил у них сейчас прям настрою. Прямо вот и Наталья Олеговна у нас, наш инициатор по горнолыжной базе. Вчера была расстроена, что ретрак не приехал. Прям был упадок сил, прям все, думаю, устала женщина. А сегодня она аж порхая забежала, ретрак доставлен, она довольная. Все, то есть силы настолько прибавились, не то что старые вернулись, а новых еще прилетело в два раза больше. Вот вчера привезли красавца. А кто, если не мы? Вот мы старожилы, вот мы прожили здесь только в поселке. У нас не было такого, чтобы кто-то там, дворник там нам снег откидал. Нет, мы все время выходили, откидывали, мы мыли подъезды. Ну, это как-то уже заложено, видно, как в поколении, что ли. Начинаем с самих себя. Если не я, то кто же? Если не мы, то кто же? Никто. Никому, ничего
просто так. Делать не должен. Хотите меняться? Хотите, чтобы жизнь менялась вокруг вас? Измените сами. С одной стороны, я понимаю то, что мир нельзя изменить. Но к лучшему что-то можно сделать. Хотела бы очень, чтобы к нам ехали люди. И с хорошим настроением от нас уезжали. Вот это самое главное, чтобы нравилось людям нравилось здесь у нас находиться, кататься. Даже в таких суровых условиях северных, как у нас, чтобы они получали удовольствие. Чтобы они знали, что туризм, я не знаю, отдых можно получить и у нас на краю земли. И гораздо не хуже, чем где-то в каких-то зарубежных странах и на берегах морей теплых. У нас тоже есть очень много позитивного, положительного. И люди всегда откликнутся. Ждем всех. Мы очень долго жили во времена Советского Союза и были воспитаны так, что за нас все решат, все подумают. Партия, государство и все остальное. А потом мы как бы были подставлены в те условия, когда ты должен делать сам. Сможешь? Пожалуйста. А потом была какая-то растерянность. Не можем. Нас никто не защищает. И вот то, что сейчас происходит как бы в стране, у нас в Хабаровском крае, это вот только из-за того, что люди уверены, что придет добрый дядя и за нас все сделает. Добрый дядя, может быть, и есть где-нибудь, но его же на всех не хватит. Поэтому вот добрый дядя или добрая тетя должна быть в душе нас у каждого. Секрет успеха в том, чтобы начать действовать. Даже маленькие шаги помогут улучшить качество жизни многих людей и станут отправной точкой для больших изменений. Чистая вода, чистые улицы и подъезды, яркие дома, красивые и интересные площадки для детей и разнообразная культурная жизнь, создание новых бизнесов – все это недалекое будущее, а вещи, которые мы начали делать уже сейчас. И можем ведь еще больше. Потому что мы лучше других знаем, с какими проблемами сталкиваемся и как их исправить. Бывает ли страшно, что не получится решить проблему? Да, бывает. Поэтому каждому активному и открытому человеку нужна поддержка семьи, соседей, друзей, коллег, ресурсами, советом, знаниями. И сейчас у нас есть возможность ее получить. Герои этого видео вдохновляют. Они на своем примере показали, что каждый может влиять на жизнь вокруг себя и делать ее лучше для других. Мы живем здесь, и мы нужны здесь. И мы готовы решать проблемы и делать нашу жизнь лучше. Вместе с вами.